Сейчас наша экономика испытывает влияние двух негативных факторов. Это коронавирусная инфекция и значительная волатильность на фондовых рынках, а также на глобальных рынках нефти и газа. Соответственно, мы принимаем проактивные упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России. И, конечно, для реального сектора и для наших людей. Сегодня по реакции рынка видно, что негативный эффект на экономику от коронавируса является основным триггером падения котировок нефти. Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире, так как это происходит в Китае. Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности. Она из наиболее конкурентных в мире, конкурентоспособных. Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках. То, что касается цен на бензин, то правительство и Минэнерго в ежесуточном режиме обеспечивают мониторинг поставок нефтепродуктов на рынок в нужном количестве и контроль за ценами.